Центр помощи при дорожно-транспортных происшествиях теперь находится по новому адресу. Специалисты переехали в более просторное помещение. Участники ДТП смогут ожидать оформления документов в более комфортных условиях. На торжественном открытии центра побывала Луиза Егиазарян. Дорожные правила ты изучай и на дороге их применяй. Тогда и жизнь свою сохранишь, и под машину не угодишь. А еще не угодишь в центр помощи при ДТП. Но если происшествие все-таки случилось, то разрешить все вопросы можно в кратчайшие сроки. Это и есть главная миссия проекта, разработанного Союзом безопасности дорожного движения Московской области. Этот центр был открыт, отремонтирован, задуман и реализован в кратчайшие сроки, за что спасибо всем строителям, которые принимали в этом участие. Самое главное, что для наших автомобилистов и для тех, кто попадает в сложную дорожную ситуацию, здесь будут решаться как раз самые насущные проблемы. Удобное место, месторасположение, центральная часть города. Хотел бы поздравить всех жителей городского округа, всех гостей округа, которые будут попадать в неприятные ситуации с открытием этого центра. Пожелать также безопасных дорог, чтобы поменьше происходили неприятности на дороге. И всех еще раз нацелю на соблюдение правил дорожного движения. В центре можно получить помощь в оформлении ДТП по Европротоколу, а в случае разногласий к работе подключаются сотрудники госавтоинспекции. Они находятся здесь постоянно. По 112 участники дорожного движения получают соответствующую информацию. Оператор узнает обстоятельства, подсказывает, как поступить с учетом характера повреждений, местоположения. То есть то ли участники ДТП оформляют это на месте, то ли они едут в центр. Такая организация процесса происходит на протяжении круглых суток. То есть комфорт в решении этого вопроса и алгоритм, он работает исправно на протяжении многих лет. Центр помощи при ДТП работает каждый день с 8 утра до 8 вечера. Он расположен напротив отделения почты по адресу Октябрьский проспект, 91. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, Артем Морозов, телеканал ЛТВ.